Глава Коми в День России по традиции вручил паспорта юным жителям региона. Торжественная церемония состоялась в здании администрации губернатора. Счастливыми обладателями главного в жизни документа, который получили его в торжественной обстановке, стали 20 учащихся из Сыктывкара, Усть-Куломского, Каркировского, Прилузского, Сыктывдинского и Сысельского районов. Сергей Гапликов пожелал им вырасти достойными гражданами России, чтобы успехами и достижениями гордились родители, родная школа, республика и страна. Радостно с тем, что мы сегодня отмечаем лучших, и сегодня в этом зале мы получаем паспорта граждан Российской Федерации. Я желаю вам, конечно же, в первую очередь осознать это большое, важное в жизни событие. Уверен, что этот день придаст вам новый импульс в развитии ваших направлений, которые вы сами для себя выберете. И выберите в будущем, вы станете достойными гражданами, я это абсолютно точно знаю и уверен в этом. Родители, в свою очередь, поблагодарили главу за оказанное внимание детям и заботу о молодом поколении. Сами дети выразили свое спасибо творчески. Постарайтесь стать лучше, умнее, добрее. Постарайтесь себя в этой жизни найти. Постарайтесь не падать и не ошибаться. Постарайтесь свой правильный путь искать. Также, как сообщается, юным жителям Коми провели экскурсию по зданию администрации главы, рассказали о государственных символах региона и работе органов исполнительной власти.